Hi everybody, yay, Юху! Привет excited! Welcome всем! to this call to make Да-да-да, добро some things пожаловать на этот clear, звонок, 'cause there's a little bit чтобы of что-то confusion прояснить, there. потому что есть некоторые Welcome, запутанности Masha. здесь. Добро пожаловать, Маша. Welcome, Julia, Julia, Добро пожаловать, our wonderful Юлия. translator, Наш невероятный and переводчик. welcome. I can't И pronounce добро it. Can you help пожаловать. me, Я не могу Masha? произнести это. Можешь It's помочь мне, Маша? Татьяна. I don't know why Это she is. Татьяна, я не знаю, почему она. Другим у меня Привет, подписано. Татьяна. Привет, Татьяна. Talk about today, Masha. О чем будем сегодня говорить, Маша? I was asking you to talk more Я about просила the тебя поговорить difference больше о between разнице фотофасилитации photofacilitation и фотосессии, потому что мы приглашаем на разные типы сессий с тобой, и, возможно, это не ясно для людей по поводу этого, этой разницы, и по поводу этих частей. Да, у нас есть некоторые приглашения на август, потому что, возможно, последний месяц этого периода, того, как ты пребываешь в России, ну, это будет последний период, мы хотим поговорить больше об этих различиях между фотофасилитацией и фотосессией, и поговорить больше о том, как фото, как фотографии. Ты прерываешься немножко. You're breaking up sometimes. Ты прерываешься She немножко. comes Julia, repeat. do you hear me? Make like this. Julia, hear me. Maybe it's your So Wi-Fi. Julia, so it's my internet. Yeah. Возможно, ну, то есть, возможно, у Okay, I'm Андрея что-то getting с off интернетом. the Wi-Fi on my phone. There, I've taken off Wi-Fi off my phone. So maybe, Я hopefully. отсоединюсь от Wi-Fi. Возможно, это поможет. Yes. And if I chop, let me know. И если я буду зависать, дай мне знать. Так, мы хотим поговорить по поводу фотофасилитации и фотосессиях и поговорить больше о том, как фото приглашают больше людей, кто в наши бизнесы, больше денег и что еще возможно, да. По поводу вот этой вот связи. Как мы меняем свое бытие в этих, вот, через эти фото. И я понимаю, что очень много запутанности в этом. О, это фотофасилитация, еще фотосессия. И цена такая разница, цена такая разная. Почему, типа, так, давайте... Я поделюсь сейчас экраном и покажу вам примеры фотосессий и фотофасилитации. И сейчас фотофасилитация начинается... Началась пару лет назад, несколько лет. И я делаю ее по всему миру, и люди делали похожие вещи, но не совсем. Я работал со светом, и я как бы один из известных специалистов в мире в этой области. И я знаю, что такое свет, я знаю, как он функционирует, и очень много фотографов не видят этого. Свет сделан из фотонов. Это то, откуда слово «фотография» пришло. И фотоны присутствуют абсолютно везде, в наших телах, в этой бутылке, в воздухе, везде. И есть частицы, которые соединяют все молекулы вместе. У них есть способность изменения формы в зависимости от энергии, которая проецируется. На самом деле, с фотофасилитацией мы взаимодействуем непосредственно с фотонами, чтобы изменить разные области нашей жизни. Это фасилитация, чтобы создать что-то, что человек перед камерой в этом случае желает изменить в своей жизни. Это не то, что я иду и меняю жизнь людей, потому что я решил. Нет, им нужно выбрать. Они делают запрос, они делают требуют это. И я просто фасилитирую, и камера фасилитирует также. И свет фасилитирует. Андрей, можешь поговорить больше о том, что такое фасилитация? Потому что, возможно, немного людей... Это слово. Фасилитировать значит, чтобы сделать легче. Это пришло из латыни. То есть сделать
жизнь легче. И моя работа как фасилитатора, это какой-то вид коучинга, но не совсем. Это немного, на несколько уровней глубже, чем это, потому что это больше о энергии. И на самом деле я являюсь падом, чтобы создать больше легкости. И вокруг того, что человек хочет изменить в своей жизни. Но разница между коучингом и фасилитацией делай это, потому что ты составишь А плюс Б равно С. У меня нет этого. У меня есть вопросы, которые позволяют человеку опустить барьеры и посмотреть, на что на самом деле останавливает их от того, чтобы создавать свою жизнь. И сделать легче, сделать выбор. Я не говорю им делать выбор, я не заставляю их делать выбор, что есть в коучинге. Я делаю легче для них способ открыть новые двери, чтобы создать для и всей жизни, возможно. И это то, что является фотофасилитацией. И то, что я вижу, это создает так много для многих людей, для вас, девушки, на этом звонке, Маша и Юлия. И через минуту я покажу эти фотографии обеих вас также. Это на самом деле здесь есть... Andrea, we lost you. Андрея, мы тебя потеряли. We're waiting when Andrea will come back. Мы ждем, пока Андрей вернется. Немного заморозился. Барьеры вниз. Okay, так. Окей, я вернулся. Да, ты вернулся. Я пытался испугаться. Я пытался поделиться экраном. Видишь это сейчас? Да. Есть новые люди, кто присоединились к нам. Сейчас мы говорим по поводу разницы фотосессии и фотофасилитации. Да. Это картинки, примеры фотофасилитации для тех, кто только присоединился. Я очень рекомендую посмотреть начало этого звонка, потому что на самом деле идем в объяснение, что такое фотофасилитация. Фотофасилитация и фасилитация в общем. Пожалуйста, посмотрите начало этого звонка, пару минут до начала, до того, как вы присоединились. Не очень много времени вы пропустили. Это из фотофасилитации примеры. Я просто переключу сюда. И здесь мы ясно можем увидеть, что фотографии слева — это до, и вы видите энергию, и воспринимаете энергию изменения с картинкой справа, и она настолько ясная, и мы можем на самом деле увидеть эту ясность на каждую фотофасилитацию, если мы возьмем самую первую фотографию с сессии, и как идет прогресс, мы видим изменения, и это один из подарков, которым является фотография, и способов того, как фотография, чем фотография является. Ты не можешь отвергнуть это изменение, потому что ты видишь это, и это один из подарков фотографии, потому что он ясно показывает, как на фотографии слева, там есть какие-то барьеры, интенсивность, не особо расслаблена. И справа она абсолютно является собой, веселится, наслаждается. И его можно воспринять на протяжении сессии, как она на самом деле все расставили ограничения, которые ограничивали ее. И дальше у нас будет больше примеров фотофасилитации. Вот здесь. И это больше фотографий, которые...